Infinity Device с этого босса. Смельчаки, с первого. Я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Я ж успеваю, да? 30 секунд есть? Ровно 30. Спидушка ходит. Всевластным Вилфродом-Непопамсом, мастером призыва! 10 секунд. А что за грязи, Эгисы? Аполло, сумеречные. Да я явился какие-то. 2 секунды. Фу. А, кто? Две секунды. Готов. Свечнулись. Это, блядь, слакает нахуй. Не потом не играет. Слаки. ПШки и Лем, помогайте со стаками, чтобы никого не шотнуло. Пофигу там на лишние пару КДПС от мало. Вулкан 8. 2 секунды появляется. Стаки. Стаки на боссе забрал. Дал 4? 4 отдал. Тоже отдал. Ты тоже, да, хорошо, с тем пока. Взывайте себе вулкан, ребята. Все, Мелизон, смотрите аккуратно. Ну, что там, там, там. Там, туда пусть. Отошли от голема, которого вешает. Ну, забери босса с меня, пожалуйста. Сейчас, 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 танка, да. Я тоже отдавал на голема. Немножко не скликнул. Стаки. Быстрее стаки воруем. Хида. Мария, что-нибудь прохилите. Ворота. Прохильте черепок. Хорошо, первый не убивайте. Ой, ты это. Так у нас такой ДПС, это с учетом того, что мы шли в 5 хилов еще, кстати. Ну да. У нас 5 хилов было еще. Вот, Вольф. Госпожа умрет сама. Идеальный, где обновление? У меня все вырун закончились. Как так? По КД на тебе охота. Спасибо. А мне охота, да? У меня тоже раги нету. Вулкан свеч. Давайте 4 себе. 2 секунды, отдал. Чекушку прихи. Милики, отойдете сразу. Голем сыграли, Гудик вышел среда. Зоркова похилить череп, главное, чтобы не взорвался. Гудик ГП. Я зависло. Ноль. О. Я вижу. Вижу, вижу, да, вижу. Вот тут, блядь, лагающий. Убивайте босс. Ну тоже подлагивает, блядь. Всех подлагивает еще. Да. А у меня вроде нет. Лучше, блядь, этих нахуй. Стаки заберите. Стаки и добивайте вас. Гибель Вилл
Отлично. О, ботиночки упали. О, Донт, у тебя же есть ботинки. В смысле? У меня нет, у меня 45-е. Это бисовые. Сука ты, Донт. Хотя подожди, у меня клювер может больше его сейчас играть. Это тебе не больше. Ты тоже наутался. Сука, чуть-чуть один из них не хотел. Ладно, забирай. Бля, мне же 250-е были выкуплены. Там пришел в горожане, даже нету ботинок. А, не, я забираю, у меня лучше будут. Там меткости, у меня больше нет меткости. Что похер, 48-е. 58-е. Мне плащик еще нужен, 27-й, 82-й. Мне тоже. Ну ты уже не заберешь его. Но я его уже не заберу, да. Кто знает, кто знает. Может, кто-то на успех заберет еще. Может, кто-то что-то уходит. Кто-то печеньку. Запястье нужно кому-нибудь. А, ничего. Кто-то печеньку кто-то не полутает потом. Да, да я это. Потом полутаю эти печеньки. Я сейчас лутаю. Но мне все равно ничего не надо, конкурентов просто нету. Да. Так, чек. Мы не запустили, да, еще. Запускается. Я пошел. Оставьте рыбу. Сейчас. Ты уже кушаешь. А что, тебе наручи нужны, что ли? Я еще подумал, что идеальному не надо, Войду не надо. Не, Войд, тебе нужны наручи? Не, у меня есть такие, и скары еще есть, 60-е. Ну вот. У идеального тоже скару есть. У меня кольцо осталось. Оставь все выбить. Уж ничего, сырка ничего не надо. Зачем шаману со спиритом наруч? Ну, хуй знает. Без ГП я бы это. Кажется. Без ГП шмотка всем нужен. Ну, что бесполезная хуйня на шамана. Бля, шея на хорошую хулипалу под. Блять, свалик. Стака здесь почти итальянцы направо. Так, кто у нас? Товарищи чемпионы. Так. По правой руке кто у нас? Пах, я вижу, да? Можно право идти уже смело. Да. Маг лок тут. Давайте, может, мага лучше захерачим. Лок не сильно пробивает. Вот маг он пизданет и пизданет. Так, лок, румбик. Так, и рушка череп. Так, Войди, ты у меня череп вихрюешь. Север, ты черепок. Нет, не север. Давай лучше гудлик. Ты черепок вихряешь. Сначала лут ветерки от друида, а гудлик западной череп. Потом твои вихри, эти самые идут, как его, фиры твои. Так, а если дизарм по ханту дать, уже у него меньше будет урон, да, полетать уже? От статов уже. Статы же улетают вроде бы. Я не знаю, вряд ли. Ну ладно, не будем тестить. Он пойти так... стрелять, он этот стрелять не я должен сам уметь. Так. Там 2, там 4 милика, блядь. Посмотрим, какой-то милик срывается, все равно вред, так что не обязательно. Так, луна у нас Энх. Печенька Вар. ДК квадрат. И трусики Рога. Так. Кимсик, сядешь, если что, на этого, на ромбик. Переводишь, сбиваешь ему каст на адское пламя. Так. Север, ты банишь и фиряешь дерево вражеское. Так. Дальше. Так, короче. По контролям. ЧП. Твое соло урога, ветерки, потом корни. Идеально, твоя цель будет квадратик. То же самое, ветерки и корни. Так, что у нас еще? О, шип. Так, дрищ, тебя еще пока не назначал, да? Да. Давай ты на луне. Кидаешь ему ветерки, зорки, бло шипует. Луну, зорки, если что. Так, ханты, трапы не забываем. Так, по грипам, Дон, ты первый грипаешь, да? Да. Побежим сбоку на ботинках, мага грип. Угу.
Хорошо. Мага сразу грипаем, потом хрипатый второй грип. Так, у нас два гриппа примерно на стиде будете стоять. Я примерно прикину. Что-то такая вот так, где-то босс отсюда. Так, Дон, примерно ты отсюда будешь гриппать, да? Достаешь отсюда где-то здесь, посмотри. Не, точно не достаю. Поближе будет даже. Да я на ботинках там хрипатый разберется со мной. Так, хорошо, ты на ботинках будешь. Примерно вот где-то моб еще чуть дальше будет. Потом второй гриб где-то будет здесь, в районе этой точки. Здесь будет. Значит, весь рейд будет где-то здесь стоять. А я подведу босса туда, вот туда, получается, на параллельно. Короче, так. Еда, сидишь на мне, готовьте заливать себе кучу иннеров. Если что, Эллер, будешь помогать еде подхиливать, это если что. Сразу стой, встань где-нибудь по центру, мало ли что, где-нибудь здесь вот я прыгаю. На всякие пожарные. Здесь вот встанешь. Вот, это если что. Так, Драйнер, если что, поможешь. Так, печенька, если сорвется в рейд, Драйнер, ты это самое, кинешь лягушку в печеньку, если что. И как-нибудь его, не знаю, там... Повторяйте, вы тоже там контролируете. Ханты ловушки ставьте, просто и вокруг по ловушкам водите милишников, все, которые в рейд придут. Давай, Серчину. Так. Лишний урон не удайте. Еда, у тебя бронепод есть? Еда. Так, если нет, на тебе тогда бронепод. У кого есть зелье свободы действия, кстати? Блять, случайно выпил. А у меня есть. Работает, кстати, или нет? Да, она будет работать на старом, то есть мне лучше сразу выпью. Давай, куплю. Да забей, что-то. Кинь обмен. Сейчас. Нет, две штуки, да, я одну перед пулом, потом еще одну. Две штучки, ладно, на цель 200, да. Все. Ребят, подождите сейчас. Просьба, маг, когда уже будет на месте, станы периодически кидайте на него, чтобы не блинкнулся. Да, у нас, ребят, два ДКшки, кстати, надо было больше ДК брать, ну ладно. Вместо сексика надо было ДК нам взять. Этиков много и так. А че на пол? Сейчас у меня откатится КДшка на ССД. 4 по 1, это хорошо на Ануба. Ну, блин, там три достаточно с головой. Ну, три достаточно, да. Все, добавим пул. Еда, пей фасочку. 2 секунды. 1. Угу, понял. Трусы, луну, печеньку, контролим. Те, кто контролил квадратик, контролит печеньку. Поехали, контролер сдать. Черепок, готовьте, черепок на еду смотрит. Сейчас там встанем. Еда будет больно, прожмешь бабу. Черепок в рейд пошел, аккуратно. Смотрим. Диспал дайте по крестику. Гера, далее. Была Гера. А, были уже. Диспал крестик. Так, он до мышевой сейчас. Оп. Все. Гера, живите. Следующим играем. Ромбик, следующий. После ромбика будем черепок играть. Контрольте черепок, не забывайте. Ветерки там давайте. Трусы прилетят. Трусы там, рога сорвался. Блять, лагает, сука. Дон, ты рули ты, я не... Мне все залагало. Тебе не фигня. Меня слышно? Я такого всем кидаю. Да, тебе слышно. Я помогу. Паладину контроль нужно отдать. Да, паладину дайте контроль. На ком тебе Катя? Катя. Око закрывайте. Все, отлагал, вроде нормально. ЧПБР, дыща. Потом вружка будет. Угу. Сразу по контролям. Подыщу, дайте. Стимси, садись на хапава. Дайте по печеньке фри, это самое, дизарм. Так, вы убили там черепок? Черепочек нашли, в черепок втираем. Черепок, там грипайте, там стану давать, чтобы не шмалял по вам. После черепка в тусы будете играть. Ребят, диспальте, быстрее убьем.
Диспарьте, поржите, кто чем может. Не мечем. Диспарьте идеального еще, фридом дайте по нему. Это идеально там по сути смотрит. Дайте бэрподрищу. Идеально, дай бэрподрищу. Элли сам свой. Пойти отдай. ЧП уже отдал свой. Элли стал. Так, у нас еще Водифюри, БР и Севера. Блять, контроль всех ханта, главное, хан больно прибивает. Почти убиваем. Все, после ханта сразу трассы свечаемся. Диспал, да? Блять, квадрат сорвался к вам. На дрища пошел. Еще раз, не... Это... Дрищ, беги. Да, бегайте. Берну. Дрищ, берну. Ну, туда подальше, просто к стенам. Угу. Все, идеально сейчас переключится. Дрищ. Переключается сразу. Все. Все, идеально пошел. Угольник глазами нашли, после ее черепа будем в него играть. Все, идеально. Уходи на Макс раньше от него, сейчас попробуй. Кого играем теперь? Угольник. Угольник. Все, не все, вроде бы на меня сейчас должен сидеть. Не видели. У кого бэр остался еще? Все, бэров у нас фул, нету. Север, беги, Катя. Так, те, кто контролил трусы, переключитесь на квадратик. Квадратик фурился в рейд. Сейчас будут бить или рассмотреть. Законтрольте, замедлите его там, не знаю. Всё. Катьте просто и все, ДКшку. Так, он будет сейчас на кимчика смотреть. Почему одну ловушку вижу? Ханты. Где вторая? Положите их не в одно место, просто чтобы было большое поле, и можно было вокруг этого всего бегать. У них только милишники остались. Да. В принципе, убито. Смотрите, чтобы ДК порядок. По ДК дадите после корней вихрь, дадите. Север. На север живи. Дайте боб по северу. Боб по северу дайте, бегом. Север, беги, беги в стену. Куда? Угу, хорошо. Идеально на тебя сделать. Волстан, по-моему, контроля не вижу. Мазди не диспел. После. Гудлик, сядь на контроль дроида. Диспел. Массис шевелил. Можете масфир дать хотя бы? Или вара? У меня сейчас откатится атмосфера. Варус, так, я на приста сяду. Я на трусы сяду, буду сбивать метки сейчас. Добивайте мазина. Сколько там процентов осталось? Фига. На 20. На 20. Ай, я хилит со всех сторон. Я на трусы сяду, я просто сам сбиваю каст. Капал лучше контрольте. Я засапаю следующий. Все, давайте этого шамана. Да. Убили трусы? Да. Тут уже, в принципе, нет разницы, кого конкретно бить. Давайте убейте луну. Есть. Потому что у тебя-то брони мало. Они бегут, у кого брони мало. Катя просто бежит. Бля, доспех включи, ебаный рот. Диспальте. Включил, блядь. Сука, ну, радуйся, тебе дамажить не надо. Дайте фридом по северу. Я уже дал, все, он убежал. Сакру дайте тоже, капельку дайте. Повару дизарм, бля, сейчас дизарм дам. Там гера у них откатилась. Бля, Гудлик упал. Да не беда, уже все, в принципе. Кайте идеально, не сиди на рейде, кайте просто. Я тебе покидаю фридом, если надо будет. Типа же красава. Диспальте шамана, почему у него 4 секунды? Северус, по контролю этого, забанит друида у них. Там с последнего ока остался. А на них красноязычие работает? Да, на фикс, конечно. Я северу написал, типа он... Да. Но я заметил такую хуйню, короче, если начинаешь на хилов красноязычие, костноязычие кидать, на тебя все милики агрятся сразу же. Это уже проверенная хуйня. Они все за мной бегать начали после того, как красноязычие на всех накидал хилов. Кого следующего? По треугольнику сразу не уменьшил. Давайте вара. Давайте вара, да. В рейде бегает. Давайте вара. Угу. Он единственный, кто вам что-то еще может сделать. В кружочек все, в кружочек. Север, кайте, я сейчас фридом. Диспел, ну чё ходка висит? Вся ходка провисела на варе. Эйлер, давай, кайте тоже. Гестим, кайте, тебе посмотрят. Аккуратно. Да. Если ним кайте, он тебя смотрит, что ДК тебе пизданет. Беги, за квадратика. Анонси, на ком ДКшка сидит. Сейчас мы ДКшка. На севера пошел. Север.
Да, он шотает. Поэтому... Да, ВК шотает, но я ему дал. Не стойте возле квадратика, опасный моб. Сейчас бары давайте добьем и ДК-шку убьем. Надо было ДК-шку убивать вместо вара, потому что ДК больнее бьет, чем вар. Уже пофиг. Психикошка Катя. Все по ДК давай. Убейте ДК-шку, да. Все, молодцы. Диспал давайте. Диспал больше, ну блин, больше тут. Давайте пока не. Там приста сыграть, у меня 4 миллиона всего. Треугольник сразу. Так, мы сразу на магика полетим, да? Или на урла лучше? Да, да, после, наверное, магика. Сразу его убить и все. Тупо паладина, у него меньше хп. Пала, пала, бейте, бейте, люди. 4 миллиона там, почти 6. А кто у нас с танка будет спекать? Опсикс тогда. Танчика спекнулся. Хрипаты. Не, хрипаты не надо. Хрипатом ты в анхолике, да? Я в анхолике. А, ты в анхолике. Да, значит, хрипаты это спекается. И третий надо будет там. Сейчас подумаю, кто там. Рокси, у тебя же есть. А, сексетрол есть, точно. Да, Рокси заебал, спекайся, блять, может в протест справишься с настаканью, с настаки его не ем, блять. Сложно просто. Красивенько. Хули, сокрушение на панель надо вынести. Ну, топорик. Сука, Рокси, а кому еще топор нужен за топор? Тебя Рокси один остался топор, да? Рокси, куда только и нужен, ну, типа по приору. ГЦРУ. Сюда. Так, вот лог заряженный, кстати, еще один пришел в гильдик. Репаф на тире будет. О, я его знаю, он, по-моему, у нас был в гильдике. Да. Я не могу вообще ГП дать. Репафните, чтобы мы не ждали. Девятьсот ГП, блядь, ёб твою мать. Лишь сплотившись, вы сможете пройти. О, берите, я запустил. Рыбу, лапу и стабов.
Ставим ХП по хантам. Нихуя она стоит. Она... А, это запух. Смотрю на шмотку. Вы агро удержите или не бурстите? Можешь бурстить. Так, я уже убью. Нажмёшь. Чё ты, Зохки, умеешь бурстить? Нет. На всякий случай. Шурните, охота.